Центральном доме журналиста наградили победителей и лауреатов регионального конкурса «Точка.ру». Ежегодно в этом проекте принимают участие муниципальные СМИ, которые ведут активную работу на интернет-площадках. В числе обладателей первых мест оказался и наш телеканал. Седьмой областной конкурс «Точка.ру» стартовал в начале прошлого года. В нем приняло участие более 40 сайтов средств массовой информации. Борьба за звание лучшего интернет-портала шла в 10 номинациях. Одна категория представлена впервые. Мы видим и таких участников информационной среды, медийной нашей сферы, как блогеры. И если это социально ответственные люди, если они распространяют общественно значимую информацию, то мы поддерживаем таких блогеров, и чем дальше, тем больше профессиональных журналистов начинают вести свои блоги, и, конечно, это наши люди и участники вот этого информационного процесса. Постоянный участник конкурса – Люберецкое районное телевидение. Сайт телеканала был создан в 2011 году. За 10 лет он несколько раз видоизменялся. Последнюю версию организаторы и судьи проекта «Точка.ру» признали лучшей. Именно эта награда, она действительно значима, и действительно мы ее ждали достаточно долго. Душу в этот сайт вложило достаточно много людей. Среди них есть наш автор-корреспондент Луиза Игозарян, наш технический директор Денис Зяблов, главный редактор Елена Кирсанова. Поэтому, конечно же, эта награда, ну, действительно не только там одного человека, это награда нашей команды. В числе лауреатов – сотрудники пресс-службы администрации городского округа Люберцы. Они заняли второе место в номинации «Лучший информационный сайт муниципалитета». Все участники прошли два этапа конкурса – голосование и независимую оценку специалистов РИАМа. Луиза Игозарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.